Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе». И сегодня мы наконец-то добрались до вот этого вот блендера Redmond. Распаковочку оставлю ссылочку под описание. Распаковочку пришла мультиварка и пришел блендер. Распаковывал я уже давно. Не было видео какое-то время на канале. Все это благодаря тому, что накрылся кулер в ноутбуке, и вот пока ремонтировался ноутбук, видео не было. Но сейчас все возобновится, и давайте мы начнем вот с этой. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров, и все это на канале «Китай стал ближе». Эта коробочка у нас пришла с магазинчика Redmond, доставили ее Курьерская доставка была до города Воскресенска, это у нас как бы областной центр. Вот, доставили до туда, и оттуда уже мы ее сами забрали. Ну что же, мультиварочка была распакована, ссылки будут под этим видео на распаковку мультиварки. Кстати, мультиварка классная, готовил уже в ней хлеб и все остальное. Очень здорово, хочу снять видео по приготовлению хлеба в этой мультиварке и вам продемонстрировать. А сегодня мы давайте откроем этот вот блендер. Коробочка классная, все красиво, все красочно. Почитаем, что же у нас есть на коробочке. Ну, во-первых, 800 Вт. 800 Вт довольно-таки хорошая, мощная штучка. 4 в одном. Блендер, миксер, измельчитель и насадка для пюре. Низкий уровень шума, ножи из нержавеющей стали. Здесь кратенькое описание, что для чего нужно у нас. Насадка для приготовления пюре, венчик для измельчения продуктов. И здесь у нас технические характеристики. Значит, 220-240 это напряжение, 50 Гц. Номинальная мощность 500 Вт. Максимальная мощность 800 Вт. Тип двигателя и все остальное. 13-15 тысяч оборотов. Круто, круто, довольно-таки мощно. Объем чаши 600 мл, измельчителя 500 мл. Ну что ж, давайте откроем и посмотрим, что же у нас идет в комплекте к этому блендеру. Все, коробочка пустая, ничего в коробке нету. Давайте смотрим, что у нас здесь есть. Уберем все лишнее, это нам все не пригодится, все эти картонки. Вот, куча всего у нас на столе. Давайте посмотрим сначала вот руководство по эксплуатации. Люблю я такие руководства, все в картинках, все, ничего даже читать не надо, все показано, все вот прямо для незнающих особо иностранных языков. Для чего что приспособлено и как что надо делать. Здесь по поводу мытья, что в посудомойке можно мыть, что под краном. Мера безопасности. И так, я думаю, на трех языках. Такая вот инструкция. Гарантийный талончик уже с отметочкой. Ложат они, отмечают перед отправкой. Сервисная книжка. И вот такой вот, я так думаю, это рекламный буклетик. Это о новой мультиварке с подъемной нагреваемой поверхностью. Хорошая тоже штука. Ну и все остальная продукция Redmond. Это мы убираем. И теперь давайте посмотрим, что же у нас есть. Сам блендер. Вот такой вот он. Так, вот это вот у нас венчик. Я так понял, он вот так вот вставляется. И потом уже вставляется в блендер. Да, вот все. Отлично стало. До конца, наверное, не надо. Вот такой вот блендер. Здесь кнопка включения и кнопка турбо. Хватит ли мне удлинителя? Давайте попробуем включить. Проверим, работает ли все это у нас или не работает.
блендер работает, но не сказал бы я, что низкий уровень шума, шумит довольно-таки хорошо. Снимаем насадочку. Так, это был у нас венчик. Вот эта вот насадочка, это, я так понимаю, для приготовления пюре. Это у нас мерный стаканчик, и в нем же можно измельчать и все остальное делать. А вот это вот уже измельчитель. Здесь показано, что, чем, как делать. Это, оказывается, не для приготовления пюре, это для коктейлей. Делать коктейли, а для приготовления пюре это вот эта вот штучка. Как я полагаю, должно мять пюре. Ух ты! Так вот, она медленно работает. Хорошая штука. И вот это вот измельчитель. Измельчитель, там нож снимается. Ножи должны быть из нержавейки. В общем, что я хочу сказать. Это довольно-таки хорошая и полезная вещь. А именно, чем она полезная? То есть, благодаря блендеру он меньше занимает места, но функцию выполняет как кухонный комбайн. То есть, благодаря ему можно делать и пюре, и коктейли, и что-то измельчать, и что-то резать. А место он занимает гораздо меньше кухонного комбайна. Именно тому, что он меньше занимает места, я, в принципе, и решил взять именно блендер. То есть, 5 предметов, да, а по цене получается блендер. А по функционалу целый комбайн. Вот такая вот была распаковочка. Позже я попробую что-нибудь им измельчить и обязательно выложу видео, как раз, может быть, вместе с приготовлением хлеба что-нибудь понадобится перемешать. И именно этим блендером я и попробую перемешать. Хотя там все перемешивается вручную. В общем, кому понравился вот такой вот блендер, это фирма Redmond. Ссылочки будут под описанием. Ссылки будут под описанием этого видео. Вы сможете зайти и спокойно приобрести. Доставка быстрая, доставка хорошая. Все быстро, хорошо доставили. Кстати, доставка была бесплатной курьерской службой. Если кому-то что-то понравилось, переходите, смотрите, покупайте. Ну а на сегодня все. С вами был Владимир и канал «Китай стал ближе». Все. Всем пока, дорогие друзья. До новых встреч.